На этой улице села Кармансай проживает более 100 семей. Сейчас дорога еще ничего, а когда идут дожди или тает снег, здесь ступить невозможно. Дети вынуждены идти в школу по слякоти за целый километр. Детям, конечно, трудно. Пока дойдут до школы, вся обувь грязная, ноги мокрые. Некоторые моют обувь в холодной воде, потом простужаются. Раньше сельчане жили в другом селе – Лаглан. После землетрясения в 2008 году лагланцы переехали сюда. Думали, теперь жизнь наладится. Но прошло 7 лет и стало еще хуже, рассказывают местные. Не все село обеспечено электричеством. Эти столбы мы установили своими силами. В непогоду боимся, что детей ударит током. Порванные провода сами соединяли. Сельчане не раз обращались к местным властям, но попусту. Свет у нас бывает редко. Дороги же вообще остались всеми забыты. Обратились в Айлукмэту, но никто даже не поинтересовался. Мы это обсудим на местном совете. Если в совете поддержат, то в ближайшее время дороги 4 сел будут посыпаны гравием. Касаемо электричества, мы пытались решить эту проблему, но по некоторым обстоятельствам начатое дело так и не дошло до конца. Впереди дожди, и сельчане боятся остаться без света и в полной грязи. Поэтому, не дожидаясь помощи местных властей, они намерены обратиться в парламент. Диана Мамекова, Авазбек Айтиев, Общественный первый канал, Ошская область.